Первыми представим стартовую пятерку Лейкерс. Шакил О'Нил, 34-й номер, долго стоял с мячом. Гэри Пейтон, 20-й номер. Разыгрывающий. Шакил атакует, забивает. Не могли не сказаться на этом игроке. И вот первые два очка, набранные сегодня Гэри Пейтоном. После прохода по тактических категориях он возглавляет список игроков Сиэтла. Ну и сказал, что он вполне доволен так под 54-м номером. Вот первое его касание мяча в этом матче. Ну что, Пейтон против Мюррея. Берри помогает. Ох, какой все-таки финт красивый в исполнении. Шакил О'Нил одним тычком своей немаленькой кисти скидывает мяч на... Скидывает он мяч на Карим Раша, но а фолом-то, по-моему, наказан Потапенко. Это проход Гэри Пейтона. Опять также рваный дриблинг с паузой. Прекрасно он обыграл. Пейтон помешал защитнику Сиэтла прицельно бросить. А у Лейкерс Дерек Фишер на площадке. Он вместо, по-моему, Карима Риеру в ближайшее время будет отправлен в список травмированных. Пока этого не произошло. Возможно, произойдет чуть попозже. Прекрасную комбинацию. Но пока у нас Владимир Радманович. 36-33 после его броска счет становится. Ох, Дерек Фишер. Льюис, нежели чем Станислав. Высокий процент попадания во второй четверти. Но передача с трех. Как борется Хорас Грант без мяча за позицию на границе трехсекундной зоны. А теперь грамотно освобождает Райан. Оперативный простор для обык. Сантиметра на 2-3 от пола. Броском в прыжке. Отдай, выйди. Но вот Брэнд Берри из-под кольца промахнулся. Главных тренеров я только не представил. Сиэтл возглавлял Шарт Льюис. За счет броска обыграл Девена Джорджа. Коби Брайант делает скидку на Пейтона. И против своего бывшего клуба, за который он провел первые 12,5 сезонов своей профессиональной карьеры. Медведенко не решился на атаку с дистанции. Пейтон. У него идет бросок. Возобновилась игра у нас в третьей четверти матча. Лейкерс в атаке. Гэри Пейтон. Проход под кольцо. Блестящее завершение атаки. Полукрюком 77. Люк Уолтон и Карим Раш на скамейке запасных у Лейкерс находились. Пейтон забивает этот мяч. И город, которому он очень многим обязан, где родились два его сына. И вот Гэри Пейтон, любимец местный, на атаку. Коби Брайант. Нет, не Коби получает мяч, а Хорас Грант. Передача на Брайанта. Нет, мажет Коби Брайант. Времени больше не осталось.